Всем привет! Это Pernatics Live, и сегодня видео на тему, что можно предложить попугайчику в сентябре. И в частности, что я предлагаю из разных вкусняшек, зелени и разных ягод своим птичкам. И вот такой вот у меня получается красивенный салат, где я довольно-таки крупно нарезаю травку и добавляю разных вкусных полезных ягодок. И давайте посмотрим, что же можно предложить попугайчику. Вот такая выкладка получилась у меня всех травок и ягод, что я даю птичкам и что у меня сейчас присутствует в этой мисочке с салатом. И давайте рассмотрим все поближе. Начнем, пожалуй, с ягод. Это калина, грозди калины. Она у меня уже побывала в морозиловке, поэтому она сочная и сладкая. Следующая вкусняшка, очень полезная для попугайчиков, это шиповник. Он уже как раз созрел, и если у вас есть возможность его собрать, то собирайте. Я разрезаю пополам ножничками для своих птичек, потому что их в большей степени интересуют семена, которые расположены внутри. Следующая небольшая такая тоже красная ягода – это боярышник. Он тоже очень-очень полезен птичкам, который я тоже разрезаю на половинки и кладу в салат. И также давайте рассмотрим вкусные семяшки. Это вертолетики, созревшие семена клена. И здесь у меня такие вот сережечки, это созревшие семена ясеня. Их тоже можно предлагать птичкам как в составе салата, так и добавлять в копошилку. И теперь переходим к зеленой части наших составляющих. И здесь у меня метелка щерицы или амаранта. Тут есть семена, и птички очень любят их выбирать. Следующее – это цветущая лебеда. Тоже много семян, и птички, в принципе, довольно-таки хорошо поедают. Колосковые травы – это то, что у меня сейчас растет в саду. Честно говоря, не знаю, как называется, но все птички от него просто в восторге. Следующий ингредиент – это у нас куриная проса. Такие вот метелочки с довольно-таки крупненькими семенами. Мясистая травка, которая называется портулак огородный. И птички тоже довольно-таки с аппетитом ее кушают. Также продолжаю предлагать своим попугайчикам, как и в августе, так и в сентябре, это цветущий спарыш или птичий горец, который пользуется невероятной популярностью у моих птичек. Как у попугаев, так и у воробья тоши. Метелочка щетинника, к нему, кстати, вот все прилипает. Довольно-таки крупненькие семена, которые птички выбирают и кушают. В сентябре можно предложить своим птичкам еще стрелки подорожника, если вы сможете найти еще зеленые. У нас встречаются уже редко, но еще можно найти. Следующий ингредиент, довольно-таки интересная травка, это кохия. Такое вот садовое растение, в принципе, используют его для клумб, стригут в шарики. Они бывают красного, такого бурого и зеленого. Здесь есть семена, которые птички тоже с удовольствием выбирают. Вот это такая странная метелочка, это тоже щерица, амарант, только красный. Такой вот декоративный, который используется на клумбах. Его тоже можно предлагать птичкам. И следующий ингредиент, который довольно-таки спорный, и я сейчас представляю, как меня закидают в комментариях, что пряные травы попугаям нельзя и так далее. Это зонтики укропа. И если почитать про современную орнитологию и что можно и что нельзя, и почему нужно и почему нельзя, то я пришла к выводу, что такую травку тоже можно предлагать в небольших количествах, и она довольно-таки полезная. Поэтому я добавляю вот такие вот зонтики укропа, это домашний укроп. Я не принуждаю вас добавлять, если вы считаете, что это не нужно вашему попугайчику, это вредно, или вы сомневаетесь, то можно не добавлять, дело ваше.
И все вот эти ингредиенты превращаются в вот такой замечательный салатик, который я предлагаю своим птичкам. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся уже очень скоро.